самая окупаемая была в 19 веке. Почему Чехов говорил, что это пьеса, которая «Дойная корова», которая кормила его всю оставшуюся жизнь. Почему? Это комедия о том, как происходит взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Сегодня мы все это потеряли. Мы не понимаем, как должна вести себя женщина, мы не понимаем, как должен вести себя мужчина. И нам иногда кажется, что...